Знойдены про 76 годов. Сегодня в Ветковском районе свой опошний притулок отримали 147 червоноармейцев, загинувших под час Великой Отечественной войны. У агрогородку Старое Село их поховали у братской могиле, где догэтуль находились останки 695 оборонцев Айчины. У жалобном митингу приняли удел представники улады, духовенства, молодь и мясовое насельництво. Дмитрий Котов протягнет. Проводить героев у опошний шлях собралось шмат людей. Тут представники нескольких поколений, и для каждого это важная подея. Да не на поваге вызволителям за сегодняшнее мирное небо. Дякуючи пошуковым работам установлены имены 139 солдат червоноармейцев. Раскопки на мясовости проводились с мая по жнивень этого года кля агрогородка Хальш и урочища Побужжа. Мерковалось, что у этих мястинах находились шпитальные могилки, где солдаты и были похованы, и стративши свои имены на долгие 76 годов. Допомогли у пошуковой работе архивы Министерства обороны. Мы проверили все по спискам, все эти люди сошлись. То есть теперь можно уже, так сказать, передать информацию родственникам, может быть, которые могли бы сюда приехать и посетить могилу. Ну, среди них, конечно, есть и люди, которых мы так и не опознали. Это 8 человек, которые были найдены в районе деревни Хальч. Боевое стихийное захоронение. Это люди были при амуниции, солдаты. Но, к сожалению, ни медальонов, ни какого другого предмета с именем не было. Сярод присутных на митингу уродженец соседней вёски Шарстин Иван Лосев. Войну застал зусім маленьким хлопчиком. Зараз ён жартуя, улічуючи узрост, не завсёды памятая, что было учора. А вось подея Великой Айчыны, сведкам яких довелося стать, захавалися назавсёды. В 43-м году, я это помню хорошенько, где-то в мае месяце немцы бомбили, начали бомбить. Самолеты летали, я видел, как прожектора ловили, эти самолеты водили. Это все я видел. Вот. И почему я запомнил? Потому что у меня родился меньший брат в 43-м году, 6 мая. Вот этот день помню. Шли за доктором, а рвались, бомбы летели, все, значит, бомбилось. Жалобный митинг собрал шмат молоди. Многие не стримливают слез. Яны добро разумеют, за что змагались их предки и якая цена за это была выплаченная. Сегодняшняя задача – заховывать память об героичном подвигу и сберегши правдивость тех трагичных сторонок истории. Это очень важное мероприятие, как в целом для района, так и для каждого жителя, я считаю, страны, потому что это действительно сохранение и патриотизма, о том, чтобы мы все-таки помнили и отдали дань уважения нашим погибшим солдатам, нашим освободителям, тем солдатам, которые подарили нам действительно свободу, ту прекрасную страну, в которой мы живем. Дмитрий Котов, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.